Друзья, если в процессе скачивания вы видите сообщение об ошибке, не знаете, где найти только что скачанный файл программы, или же возникли трудности с ее установкой и запуском, посмотрите эту видеоинструкцию. В этом видео мы детально разберем все возможные проблемы, которые могут возникнуть, начиная с загрузки и до запуска приложения. Что делать, если не удается скачать установочный файл программы? Браузер блокирует загрузку файла, сообщая, что он заражен вирусом, выводя одно из следующих уведомлений. Перейдя на официальный сайт программы, открыв нужную версию приложения и нажав «Загрузить», «Скачать», блокируется загрузка. Такая ситуация – это наглядный пример работы, встроенный веб-обозреватель системы защиты. При скачивании данные проверяются на предмет наличия в них вредоносных программных кодов, и если систему защиты браузера что-то не устраивает, процесс загрузки блокируется. Встроенная защита браузера, как и любое антивирусное ПО, несовершенна и может выдавать ложные срабатывания. Такое часто бывает при скачивании малоизвестных программ или если установщики просто отсутствуют в системном рейтинге безопасности ПО, на который опирается веб-защита браузера. Ложное срабатывание может наблюдаться на новых версиях программ, которые недавно выложены на сайт, еще не были добавлены в список безопасности. Если вы точно знаете, что программа безопасна, вы можете скачать ее принудительно. Но чтобы перестраховаться, я бы посоветовал вам воспользоваться сервисом VirusTotal, где вы сможете проверить ссылку на вредоносность. Нужно лишь скопировать ссылку для загрузки приложения, нажав правой кнопкой мыши по ссылке «Копировать» и проверить ее, вставив в это поле на сайте VirusTotal. VirusTotal – это бесплатная служба, осуществляющая анализ подозрительных файлов и ссылок на предмет выявления вирусов, червей, троянов и всевозможных вредоносных программ. В ее арсенале более 60 антивирусов, которые одновременно осуществляют проверку на вредоносность. И если хоть один из них считает файл вредоносным, вы увидите это. Если сервис утверждает, что ссылка не вредоносная, вы можете принудительно скачать нужный вам файл. Для этого жмем «Загрузку». И как только браузер сообщает, что файл вредоносный, жмем по значку в виде стрелки вверх и выбираем «Сохранить». Или же открываем раздел «Загрузок» в меню браузера и здесь жмем «Сохранить» и подтверждаем свое решение. Для перестраховки вы можете проверить и скачанный файл на этом же ресурсе, указав его расположение на ПК. Если все в порядке, осталось лишь запустить установщик и инсталлировать программу. А если вы не знаете, где найти только что скачанный файл, поищите его в папке загрузки. По умолчанию все скачанные файлы загружаются в эту папку. Найти ее можно, открыв проводник «Мой компьютер», «Загрузки». Чтобы легче было искать, отсортируйте их по дате изменения. Если же вам не удалось его здесь найти, возможно, на вашем ПК изменен путь загрузок по умолчанию. Чтобы найти скачанный файл в браузере, перейдите в меню «Загрузки». Найдите последний загруженный файл и нажмите «Показать папке», после чего откроется папка, в которой будет нужный вам файл программы. Открыть окно загрузок в любом другом браузере можно сочетанием клавиш Ctrl + J и после этого перейти в папку с файлом. Запускаем его двойным щелчком левой кнопкой мыши. Что делать, если при запуске установочного файла он не запускается, на экране появляется синий кружочек и ничего не происходит? Перед тем, как запустить установку программы, файл проверяется антивирусом и системой на вредоносность. Процесс такой проверки может напрямую зависеть от наличия скорости интернета. Чем хуже интернет, тем дольше может занять процесс проверки. Если .exe-файл вовсе не открывается, проверьте наличие доступа к сети интернет. А если при запуске вы увидите уведомление «Не удается проверить издателя», файл был заблокирован с целью защиты. Чтобы запустить его, нажмите «Запустить». Но прежде, если вы еще этого не сделали, я бы порекомендовал проверить его с помощью сервиса VirusTotal, так как, возможно, во время скачивания к вам на ПК попал подмененный файл, который заражен вирусом. Проверьте его и убедитесь, что он чист,
а после этого уже смело можете его запускать. Также при запуске установочного файла вы можете увидеть следующее уведомление. Система Windows защитила ваш компьютер. Windows 10 присутствует встроенный защитник системы, фильтр Smart Screen. Каждый раз, когда вы запускаете какую-нибудь программу или файл, Smart Screen сканирует их на наличие в базе данных Microsoft. Если файл был добавлен в базу ранее как безопасный, то эта программа блокироваться не будет. Если же данный файл был отмечен ранее как вредоносный или еще не был добавлен в базу, то Smart Screen заблокирует его запуск и выдает предупреждение. Нажав на кнопку «Не выполнять», установка прекратится и все просто закроется. Но что же делать, если нужно установить приложение? Если вы считаете, что файл безопасный, вы можете его запустить. Для запуска файла нажмите здесь подробнее «Выполнить в любом случае», после чего начнется установка. Но все же перед запуском установки такого файла я бы порекомендовал проверить его на сайте VirusTotal и убедиться в его безопасности. Также Smart Screen может блокировать приложение без цифровой подписи или если издатель цифровой подписи для программы является недоверительным для Microsoft. Специальная цифровая подпись программы ставится разработчиком или издателем, которые ее разрабатывали и распространяют. Как правило, делается это для того, чтобы в будущем можно было проверить программный продукт на предмет целостности, а также убедиться в том, что после подписания в него не вносились никакие изменения. Как только программа получит специальную цифровую подпись, она не может быть изменена третьими лицами. Если человек попытается внести свои изменения в код программы, цифровая подпись тут же станет недействительной. Это делается для того, чтобы обезопасить пользователей от вредоносных программ, так как злоумышленники могут изменить код приложения, вписав в него вирусный код, который может нанести вред вашему компьютеру. Приложения, имеющие цифровую подпись, являются верифицированными и не вызывают подозрений у антивирусов и бранмауэров. Такие программы очень редко попадают в карантин. Вы сами можете проверить цифровую подпись приложения и убедиться в том, действительно ли оно подписано соответствующим издателем. Для этого кликните правой кнопкой мыши по скачанному файлу установщика приложения и выберите «Свойства». Затем перейдите во вкладку «Цифровые подписи». Здесь вы можете видеть имя подписавшего, алгоритм выборки и дату подписи. Если подпись свежая, она может не пройти проверку Smart Screen, так как для внесения ее в базу требуется некоторое время, поэтому даже безопасные приложения могут блокироваться защитником Windows. Убедившись в том, что подпись правильная, можно спокойно запускать установку. Что делать, если программа установилась, но она не запускается? При запуске она может выдавать ошибку. В таком случае, вероятно, ее нужно запустить от имени администратора. Если это ваш личный компьютер, с этим у вас не должно возникнуть никаких трудностей. Нужно лишь кликнуть правой кнопкой мыши по ярлыку программы и выбрать «Запустить от имени администратора», после чего она должна запуститься. Права администратора могут потребоваться программе для модификации неких файлов в собственном каталоге папки Program Files. По умолчанию у обычных пользователей нет прав на редактирование данного каталога, соответственно, для нормальной работы такой программы нужны права администратора. Если программа не запускается или при запуске выдает ошибку, запустите ее от имени администратора.